Вот так вот и живем. На улице плюс один, херачит снег, машины не могут подняться в горку. Тут Вовка ходит. Да, тут начнешь сам с собой разговаривать. Вот. Снега вон у нас сколько. Машинка не может подняться, там внизу еще одна стоит. Мы тут в очереди. И сзади нас еще вон автопарк вереница до самого бугра. Машин, наверное, не знаю сколько там, 10-20. Посыпалки нету. Дорожники ни хрена не работают. Не хотят посыпать дороги нам. Вот. Сейчас будем пить чай. Скипятим чаечку. Вова! Чай пить иди. Чай иди пить. Ставь его кипятить. Он не кипяченый, кстати. Не кипяченый? Мы же вчера его поставили, хотели скипятить, потом плюнули, что-то поперло, мы и поперли. Пробка прошла.